Всем привет, дорогие зрители нашего четырехкомнатного двухуровневого квартиры в районе Макмутлар в новостройке, который был сдан в этом году. Здесь террасы, вот такой вид на горы, сторона здесь у нас восточная и южная. Вот такие виды. Тут строится новый проект, который называется Енисей Тауэр. Кого интересует цены с котлована для инвестиций, очень советую, обращайтесь, все скину вам в WhatsApp, Telegram, Viber. В основном я сижу на WhatsApp, пишите туда желательно. Так, здесь у нас такая открытая терраса. Вот у нас здесь отдельная кухня. Здесь у нас вторая открытая терраса. Вот. С видом на море, на соседнее здание. Вот такая большая терраса. Вид на античный город Наула. Покажу бассейн, я не буду вниз спускаться. Здесь у нас бассейн, с этой стороны сад, открытая парковка. В той стороне у нас генератор, вот генератор. Зона отдыха, детская игровая площадка, большая беседка, фитнес-зал. Сауны, хамама тут нет. Айдат 180 лет в следующем году будет. 180-200, верно. На данный момент 140 лет. Здесь у нас прихожая верхнего этажа. Я еще буду вниз спускаться. Здесь санузел. Здесь у нас первая спальня. Скажем, детская. Тут вторая спальня. С выхода на террасу спускаемся вниз. И внизу у нас гостиная. Вот. Вот такая гостиная. Жилая площадь полностью с террасами где-то 100-105 квадратных метров. Брутто здесь 140 квадратных метров с террасами. И здесь маленький балкон. Вот такой маленький балкон. Сюда устанавливаются куда-то внешние блоки. И стиральная машинка, наверное, что-то ставится туда. Все. Дорогие зрители, цена этой четырехкомнатной двухуровневой квартиры 74 тысячи евро. Бюджетный вариант, срочная продажа. Залетайте. Звоните по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. Все, с вами был мистер Мачо Агаси из Солнечного Ваня, район Махмутлар. Всем чао-чао. Bye.